Вот еще раздеваюсь. Опять ты на сколько гуляла? Представляю, луна, соловьи поют, пахнет сиренью. Какая гадость! Идем, не горлань! Я спать хочу. Пока я староста класса, ты не пропустишь ни одного урока. Колька причина неуважительная. Колька, Колька. Он на меня и не смотрит. Он только о тебе и говорит. Ты скоро? По дороге доспишь. Оно лесовидное. Не слизывайте, товарищ. Лесовидные. Товарищ лошак. Нет. О чем мы говорили? Вы сейчас говорили о том, о сём, о разном, что там. Какие почвы у нас бывают? А? Ах, почвы. Можно. Ну я не могу так работать, мне мешают. Чего там? Все в порядке. Курите. В лагерях решил не курить, товарищ командир. Решил оздоровить. А я уже раз 20 бросал. Ну как заволнуешься, так и закуришь. Нет, я твердо решил. Да. Может быть, поспорим? Поспорим? Да. А на что? Если закуришь, будешь плясать перед всем гарнизоном. Я не умею. А мы научим. Ну? А ну ладно, идет, а. Стоп. Вы люди пристрастные. Конюхом в совхозе служил, Мишка Хвост. Подумаешь, очки нацепил, будто не узнаю.
Простите, пожалуйста. Скажите, у вас сдается комната? Сейчас придет сосед. Садитесь. Ой, Лошка! Лошка, пусти! Лошка! Я тебе покажу. Тоня, Тонечка, выгляни в окошечко. Тонька! Странно. Меня нету дома. А, все в порядке. Ладно. Подержите дверь. Держи, давай. Тонька, руки, руки. Знакомьтесь, мой отец. Мы ищем комнату для командира. А, насчет комнаты. Танкисты. Танкистам всегда готов. Я вот насчет комнаты. Мне дали ваш адрес. Комнату? Вот. Ах, это? Ну что ж, хорошо. Условия такие. Вытирать ноги и не шуметь. Я занимаюсь рядом. А я вас где-то видела. Вы здешний? Я до армии конюхом служил здесь, в совхозе. Помню. Вас звали Мишка Хвостом. Да, вот, 4 года прошло. Мишка. Хвост. Кажется, ничего обидного. А вы знаете, я даже плакал однажды. А вот вас что-то не помню. А я была тогда девчонкой. А что вы делаете по вечерам, а? В сад, наверное, ходите погулять, да? Песни петь при лунном свете. Не? Ну да. Учусь. Что уж, неужели ж по ночам учишься? Иди, ну чего ж ты? Знакомьтесь, моя подруга. Кика. Кика! Устраивайтесь. И не шуметь.
Ничего, ничего, вы не беспокойтесь. Я занимаюсь рядом. Если вы захотите пойти в городской сад, я могу вам показать дорогу. Товарищи, начинается лето. Наши горячие денечки. Сегодня наш первый выход в поле. Проверим на практике то, чему учились зимой. Подыться не мешало бы. Сегодня вечером, если учение хорошо пройдет, сад пойду погулять. А зачем, товарищ командир? Ну как это зачем? Музыку послушать. А с кем, товарищ командир? Хитрый какой, а? Выбрать военные, тайна. В заключение слово предоставляется командиру Белопоню. Товарищ, наш экипаж обещает бороться за безаварийный танк. Ни одной поломки, ни одной вынужденной остановки за все время лагерного сбора. Мы вызываем все остальные экипажи последовать нашему примеру. Машина! Регулировку проверим? Машина! Машина! Да-да. Прямо с выхода. Фу. Решил посмотреть, как ты живешь. Ничего.
А это кто? Это хозяйская дочь. Кто? Да это дочь хозяина. А хозяина? А для чего? Ничего. Так вот, товарищ Белокой, мало, брат, самому-то учиться. Нужно и учить. Да, конечно, понимаю. Учить надо крепко по-партийному. Да ведь что ж я... Правильно. Ну вот если бы... Да вы правильно. И разговор у нас будет с вами серьезный. Знаю. Знаешь? Про техникум знаешь? Откуда? Про какой техникум? Преподавать будешь. Совхозным техникум. Преподавать? Да, тракторный мотор. Какой я преподаватель? Положим, преподавать это не важно. Такси. Ну вот. Что ну вот? Ну как же тогда? Вот так же. Как же? Сиди. Это, товарищ командир, позвольте мне решать. Как же? Ты любого можешь обучить, как с машиной обращаться нужно. Бензин заправил, масло налил, тряпочкой протер и все. Так? Нет. Ты когда конюхом был до Красной Армии, ты так же с конями обращался, да? А в сюда подбросит, щеточкой смахнет и... Да? Нет. Ты разговаривал с ними. Ты в душу их лошадиную влезал. Ты понимал. Ты знал. Ты любил ее. Ну что мне с тобой делать-то, а? Машину на заводе делали. Материал, денег, нервов сколько истратили. Я же знаю, как это делается. Игорь, пожалуйста. Попала в руки. Конечно, если быть такой шляпой, как ты, тут не только танк. Тут собственные ноги с места не сдвинешь. Теперь остается только одно. Гулять. Кончил дело и гуляй смело. Веселись. Тоня нас, наверное, ждет в саду. Редкая девушка. Да, а чего это такое? Долговязок не привязался. А, ревнуешь? Я? Да-да. Сам в нее влюблен. Ого. Ты. А ты думаешь, я только подшипники умею сматывать? Я и любить могу. Подшипники говорить. Да. Любовь это... Что такая... Это понимать надо, что такое любовь. Я, товарищ командир, ухаживать ухаживал. А вот... Любить по-настоящему не приходилось. Вот это и видно. А вы думаете, что? Маслом залил, бензином заправил, тряпочкой вот так протер и все. Мельников, отправляйте в мастерскую, вечером будем работать. Товарищ командир, что? Разрешите мне в мастерскую. Вы сегодня свободны. Идите, давай, танцуйте. Мармелад. Фабриков передаст. Матвей, передай. Матвей, пожалуйста. А когда спросят, почему не пришел, скажи военное тайное. Ну, хорошо. Михаил Трофимович!
Так и знал, служил на меня. Хитрая какая. Это военная тайна. А я его дома ждала. Что? Он к вам домой? А почему ко мне? К тебе домой. А-а-а! Ну да. Ничего не понимаю. Пойдем погуляем. Пойдем. Ничего не понимаю. Хорошо прошло? Учение? Ничего. Ну, хорошо, хорошо, очень хорошо. Да, кстати, забыл спросить. Как новый жилец? Наш командир.
Хороший парень, правда? Михаил Трофимович? Хороший. А, впрочем, я не знаю, он сам по себе, я сама по себе. Слышите, соловьи? Как хорошо. Тишина. Никого нет. Все в порядке. Который час? 22:30. Еще не спите? Агрономы. Как? Кто? Луна. Соловьи поют. Какая гадость! Если вы завтра опоздаете на занятие, я вам такое пропишу. Прощайте. Всего.
Кто-нибудь спите? А да не интересно. Вы меня звали? Тонечка, дайте мне что-нибудь поесть. Сонечка, стрельните у папаши папироску, а? А пари? Фу ты, черт, совсем забыл. Вы знаете, ну так устал. Вы любите огурцы со сметаной? А, люблю, люблю. Ведь любовь – это штука. Любовь? Вот понимать надо, что такое любовь. Я об этом никогда не думала, но сегодня... Конечно, конечно. Вы со мной согласны? Я давно хотела с вами поговорить. Конечно, любовь должна быть на втором плане. Я что-то не то говорю. Мало вы любите, вот что. Мало люблю? На войне бы я вам показала. У нас, конечно, что? Город тихий. Антоновка, Путиновка, бумажный ранет. Но любит от этого не меньше. Лошадиная душа. Что? Кушайте, пожалуйста.
Что у вас, температура? Идите спать. Почистился бы весь в репьях. Ты мне песни не пой. Где ты валял? Где ты валял? Ухажер, ухватиться не за что. Тонька, дура ты моя, милая. Товарищ командир, будем вызывать тягач? Да. Слыхал? У первого экипажа опять вентилятор подвел. Да ну? Я видел, как они выходили от командира батальона. Мельников такой кислый-кислый,
А Павликов такой скучный. Ах ты! Что ж, нагонять бы? А то как же. Еще будет. Им, пожалуй, и на партийном собрании бритье устроим. Определенно устроим. Ты куда? Проголодался что-то. Пойду в столовую. Во втором батальоне машина не пошла. У каких-то двух портачей. Сыт? Сыт. Портачи, портачи. А щи не соленый. Я и повторяю, если не считать аварию у Белоконя, тревога проведена прекрасно. Хорошая ориентировка, связь, точная работа водителей. Ну, одним словом, не хотел бы я быть на месте противника. Ну, а что касается примера коммунистов и комсомольцев, то тут было одно исключение. Давай. Я? Ты. Да лучше ты. Я? Ну ладно, я. Расскажу. Мы, понимаете, вот товарищи. Давайте, водитель. Мельников. Товарищи, вчера, как и в прошлый раз, у нас произошла поломка вентилятора. Плохая регулировка тяг. Мы, понимаете, из-за этих тяг ночей не спим. Вчера не спали. Позавчера не спали. Регулируем. Отрегулируешь ее, думаешь, все в полной исправности. Смотришь, перетянул. Или не дотянул. Ну, давайте кто-нибудь один. Что это за коллективная декламация? Я, товарищи, понимаю. В комсомольском танке вентилятор должен работать безотказно. И регулировка тяг должна быть точной. А если в бою заменять тягу, и не успеешь ее точно отрегулировать, тогда что? Танк выходит из строя. Почему? Я выжимаю сцепление. Включаю передачу. А передача у меня или не доходит, или летит вентилятор. Простите. Так вот, я придумал одну вещицу. Вот тяга. Ну, а зачем же на столе чертить? Извиняюсь, я сделаю чертеж. Я тут немного увлекся. Мое предложение такое. Дать всем экипажам задание. Пусть дают свои предложения, как наладить регулировку. У нас ведь что ни парень, то и Эдиссон. А мой экипаж возьмет на себя инициативу. У меня ведь тоже два своих Эдиссона. Вот только что были, ушли куда-то. Курить, наверное, вышли. Тяга. Так? Так. Между тягами и вентилятором устанавливаем предохранительную пластину. Так? Так. И при любых условиях регулировки тяги не зацепят вентилятора. Так? Так. Вот так. Хорошая голова у тебя, Саша.
А вдруг это технически безграмотно? Ну-ну. Итак, товарищи, мы начинаем поход за упрощение регулировки. Кому поручим это дело возглавить? Предлагаю Белоконю. Совершенно верно. Я тоже считаю, что Белоконю. Так запишем. Ну-с, наш регламент кончился. Пора спать. Значит, здесь, против этого дома, дал третью скорость, а? Да. Какая это за окна? Ах, да, хозяйская дочка, что ли? Дочка. Дочка, да. Дочка. А знаешь что, Белокон? Мне кажется, что ты далеко живешь от лагеря. Не переменить ли тебе квартирку? Нет, нет, нет. Наташка, мне тут 5 минут хода до лагерей. Да? Да. Ну и работай спокойно. Нет, спокойно. 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 Ну что ж, хорошо. Иванов! Иванов! Иванов? Который Иванов? Изобретатель Иванов, давай сюда! Что, ребят, тревога, а? Где что, портянки, а, ребят, а? Где чертежи наши? Давай, давай чертежи. Чертежи, чертежи тащи. Чертежи? Ну, да, чертежи. Чертежи? А, вентилятор! О, вентилятор, давай, скорее, сейчас, давай, скорее, давай, давай, сейчас, давай, сейчас, скорее, сейчас. Давай, скорее. Матвей, пошли. Б пересекает линию В. Да-да? Ну кто там? Вам не нужна пепельница? Да вы же знаете, что я просил курить. Я вот сейчас дежурному доложу. Это что за гулянье? Михаил Трофимович, скажите. Сколько частей в тракторном моторе, а? Не знаю. Смотрите в руководстве Гаврилова.
Не пойте ваших глупых песен, человек занимается. Честное слово, дура. Садитесь. Ну-с, пожалуйте сюда. Пожалуйте сюда. Товарищ Жукова. Смотрите доску. Ну, скажите, какие вы знаете основные части тракторного мотора? Не знаю. Ну скажите, а сколько вообще у нас тракторных систем? Нарисуй тогда что-то, разрез цилиндра. Что ж, товарищи, если бы наши бойцы осваивали технику вот так, как товарищ Жукова, безобразие. Хорошо, хорошо. Понятно, молодцы. Ну, товарищи, только уж надо перчертить, а то смотрите, грязь какая. Тут линейки нет, посмотрите. Нет, нет, вероятно, взяли. Ну, подождите, я сейчас пойду, прошу. Антонин Терентьев, можно у вас попросить линейку? У меня не канцелярский магазин.
Есть у вас знакомая девушка? Нет. Нет? Нет, нет. Нет, ну нет. Вот это хорошо. А то нарвете на какую-нибудь умницу. Тут. Фу. Ну как, ладно, на маневру, значит, проверим, а? Проверим, товарищ командир. Ну, идем. Товарищ водитель, Мельников, повторите обстановку. Приказано повторить обстановку. Противник готовит удар на наш левый фланг. Связь у нас с левым флангом прервана. Дороги для колесных машин непроходимы. Расстояние до левого фланга 15 километров. Товарищ командир танка, вам приказано отвезти пакет на левый фланг руководителю группы о начале контратаки. Есть! Передать пакет руководителю группы. Пакет доставить через 15 минут. Сзади! Товарищ командир, разрешите обратиться? Да. Вам пакет от командира бригады. Останьтесь при мне. Есть. Задача понятна? Понятно, товарищ командир. Приступить к исполнению. Thank you.
Товарищ командир корпуса, экипаж занимает самолет и машину. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Больно. Больно. Поздравляю вас с хорошим летом, товарищ. Это лето сделало вас настоящими танкистами. Во владении техникой вы проявили свой почин, настойчивость, упорство. Если боевую машину ведут большевистские руки, такая машина сметет врага, как деревья. Будьте здоровы. Надеюсь, следующее лето служить вместе с вами. С таким экипажем мне не хотелось бы расставаться. Эх, обидно мне за тебя. Кто над тобой хохочет? Какой-то Мишка-хвост. Ну, если я захочу, то кто ж командиром буду? Меня, братчи, будут просить. Прокомандуйте, пожалуйста, Николай Гаврилович, эскадроном. Мунька, не перебивать. Да, эскадроном. А я говорю, не хочу. Почему? Хочу и не хочу. Ленюсь пока что. И вообще, у меня как-то очень странное настроение. Вроде твое. Бу. Эх, и все это потому, что в герои полезло. А он тебя щелк по носу. Мол, знай свое место. А знаешь что, Аня? Я за последнее время часто думаю, что такое любовь. Черт возьми, очки забыл. Но все равно пиши. Наверху, большими буквами. Протокол общего собрания слушателей совхозного техникума. Написала. Точка. Точка.
слушали сообщение заведующего плодовым хозяйством о видах на урожай. Точка с новой строки. По ориентировочному подсчету анису на деревьях 70 тонн. Бумажного ранету 128 тонн. Антоновки 87 тонн. Путинки 128 тонн. Что ты там много пишешь? Верно. Ну, я домой пошел. Прощаться, да? Специально, да? Зря мы арбуз ей купили. Что за подарок? Съест и забудет. В общем, хорошее было лето. Хорошее. Агрофизики я не начинала. Почвоведение не повторила. А по тракторам вы меня срезали. Чудесное было лето. Тонечка, да не сердитесь на меня. А я не сержусь на вас. Я на себя сержусь. Жаль мне тебя. Хороший парень, а остался с носом. А сам? Чего сам? Ты. Ну, я. Ну, и я тоже. Но. А уговорил он ее на сверхсрочную. На бессрочную. Школа связи пошла. Хорошее было лето. Мы будущим летом тоже будем командирами танков. И будем ходить к Белоконям в гости. Комнаты снимать у квартиры хозяев. А какие дочки будут у квартиры хозяев? Надо поздравить Белоконя. Надо, надо. Он должен сказать нам спасибо, что мы ему такую комнату нашли. Школа связи пошла.
Выходит, надо прощаться. Ну что ж, подарите что-нибудь на прощание? Ты чего подарить? У меня все уж упаковано. Да вот разве зажигалку? А вы? Да я ж не курю. С тех пор, как первый раз вас увидел, так и курить перестал. Спасибо. А все-таки горячие были денечки. Вот все лет собирался вам сказать, что я вас люблю. Вот так вот и не сказал. Все как-то некогда было. Можно? Я сейчас скажу. Года я должна окончить технику. А теперь мне надо заниматься, заниматься и заниматься. А то меня опять кто-нибудь срежет по моторизации. Ну, не вы, то кто-нибудь другой. Прощайте. Здравствуйте, товарищ командир. Ага. Товарищ командир, мы хотим вас... Что вы такой грустный, товарищ командир? Нет, ничего. Давайте, садитесь. Хорошее было лето. Больше нам такого лета вместе, товарищи, не провести. Первый экипаж, как говорится... Тю-тю. Товарищ командир, мы решили подать заявление на стрельбу. Срочно. Мы поздравляем. Очень рад. Ну, давайте по этому случаю закурим. А пари как же? Пари? Придется проиграть. Нет, товарищ командир, придется выиграть. Одну секундочку. Знаете что, Тоня? Тонечка. Последний раз мне нужна моя... Тут нет, ваша зажигалка. Тонечка, что вы? Тоня. Мельников! Где ваш командир? Он на секундочку пошел прикурить. Что? Уже больше часа прикуривает. Прикуривает? Кто уже? Разве ты можешь нравиться женщине? Шалопай какой. Какие у нас бывают почвы? И у меня, наверное, все в порядке.
А ты знаешь, если хорошо заниматься, так ведь через год можно окончить техникум. Да-да. Я буду здорово заниматься. Я через 3 месяца. Да. Ой, вру. Через 6. Нет, через год. Да здравствует районный агроном Антонина Терентьевна Жукова. У тебя губы пахнут табаком. А еще держали пари. Да-да, а еще держали пари. И проиграли пари. Ведь мы еще в лагерях. 10 минут не до тебя. Да, вот теперь ж курите. А причина-то приложительная? По-моему, да. Да? Но пари все-таки проиграно. Придется танцевать. Вальс, тустеп или мазур. Да я не умею, товарищ командир. Я же говорю, что я не умею. Батюшки, горе какое, а. Ну не мне же вас. Ну я научу. Вот.